Набор от Playmobil. Два игрока в настольный теннис. Коробочка. Вот сзади указан комплектность игры. И два человечка с теннисными ракетками. Вот они так выглядят. У каждого из них сгибаются ноги, вращаются руки на 360 градусов и вращаются ладони тоже на 360 градусов, что позволяет повернуть ракетку в любом направлении, как будет удобно играть им. В комплекте также вот такие два симпатичных человечка, один небритый, судя по всему. Вот так они со спины выглядят. В комплекте две ракетки, вот такие вот. Они легко вставляются в ручку с щелчком, с характерным. Вот так поворачиваются, так поворачиваются. Вот, собственно, два человечка спокойно играют друг с другом в теннис. Пиу-пиу. Вот что-то в таком духе.